Приветствую, дорогие друзья! Рад вас видеть на своем канале. Я буду каждый день рассказывать интересные факты, про которые, возможно, вы не знали. Так что желаю вам приятного просмотра. Чемпион мира по скреблу – настольная игра, на французском языке, не говорит по-французски. Уроженец Новой Зеландии, Найджел Ричардс, выучил наизусть весь французский словарь «скребл», в котором 386,000 слов за 9 недель, чтобы заработать свой титул. Он также трижды выигрывал английский чемпионат мира по скреблу, 5 раз – национальный чемпионат США и 6 раз – открытый турнир Великобритании по скреблу. Это произошло через 20 лет после того, как 28-летний Ричардс впервые сыграл в эту игру. Также не забывайте подписаться на наш канал, поставить уведомления, чтобы не пропустить интересный факт, и в благодарность нам ваш лайк. Всем спасибо!